Огромный черный столб дыма взвился несколько часов назад в пустынной местности в районе ливийского города Мисурата. Там ликвидировали 8 тонн боеприпасов, которые бросили боевики группы ИГИЛ. Ракеты, бомбы, мины собирали всю неделю в ходе наступления правительственных войск на город Сирт. Все снаряды подорвали, конечно же, саперы. Похоже, что дни боевиков ИГИЛ в Сирте уже сочтены. Войска правительственно-национального согласия Ливии обещают освободить город в ближайшее время. Битва за него продолжается с мая. Освобождение Сирта позволит изгнать террористов со стратегически важной Приморской трассы. Она связывает Восток и Запад Ливии.